Ей все привет, дорогие друзья. С вами Димас, яблочный сок, скромник. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Я скачал очень много штук, вы сами все видите. Так, пацаны, ну что, как вам новые постройки аниматроников? Так, сейчас. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас, как эта игра крутая, мы можем солнце поменять, чтобы нам было лучше видно. Вот так вот. О, руки крутятся. Так, куда-то он пошел. У него дергаются ноги. Хорошо, это первые постройки, поэтому мы их сразу раздавим. Надеюсь, будет эпично. Так, потихонечку. И давим. Ням-ням-ням. Это очень крепкий пожиратель. У него щупальцы реально... Вот это мы салат сделали. Надеюсь, вам понравится. Вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Следующие аниматроники у нас. Еще один сборник. Но эти, наверное, поменьше будут. Да, это маленькие вообще совсем аниматроники. Что, ими управлять можно? А я не знаю, но они такие прикольные, более современные. Получается, это той аниматроники. Такой звук прикольный, да, сдают? Эй, Golden Freddy! Это пьяные аниматроники. Прикольно, прикольно. Настроение бомбейское. Это какой-то кабаки играет. Это они такой звук издают конченый? На земле. Как будто пианино расстроенное какое-то говняное. А, это зубы от пожирателя, да, пацаны, отвалились, остались? Так, не будем его ставить далеко, поближе будем ставить. Едем их давить, потому что построек много, и хочется всех успеть. А, ты их ближе поставил? Давай. Вот так, давайте, чтобы было прям эпично, вот так вот. Подъедем, подъезжаем, подъезжаем. Красиво. Чпоньк. Ребята, прикольно. Реально, мы такого еще не делали. Мне кажется, вообще никто так не делал, чтобы постройки так разрушать. Обычно мы взрываем, но сегодня у нас что-то новенькое. Так, пожиратель, ты далеко уезжаешь. Давайте его поближе поставим. Это же этот... Прикольно, как... реально крутая текстурка. Это такой... из NAF6, я не помню. Уха, смотрите, это получается аниматроник с разных запчастей и разных аниматроников сделано. Да, его собрали из разных аниматроников. И еще разные части были, да? О, голова крутится, рука поднимается. Он даже немножко ходит. Эй-эй-эй, если бы не стена, оно уже упало бы. Сейчас там что-то у него разрушается немножко. Да, но он крутой. Самый красивый. Хорошо, давайте его раздавим. Давайте вы сядете, я тихонько раздавить, я хочу отсюда посмотреть. Со стороны. Давайте солнце выше сделаем. Во. Ну что, давай, покажи силу. Бум! Нифига себе, это моща! Одна голова осталась. О, этого аниматроника вы точно должны узнать. По-любому. Смотри, кто это у нас тут, красавчик. Это эндер скелет. О, зачем я вылез? Я могу им управлять, походу. Это не эндер, это энерт. Вот, красавчик, видишь, угадала. Так, подожди, а где я сидел? Чё-то не вижу места сидения. А, не управляется, да? Да, он не управляется. Он статичный. А ну давай ему ноги отруби. Ты что, я даже не ожидал, что так будет. Он очень крепкий, у тебя щупальца отломалась. Мне кажется, опять ты щупальцы поломаешь, потому что Эннард очень крепкий. Бум. Не, в этот раз Эннард не выдержал. Его раскрутило, как щенка. Давай. Офигеть. Слоник. Слоник. Ну как это Слоник? У него название есть. Он этим управляет. Ну кто там? Бэби ему. Так. Уже немножко знаешь про него. О, смотри, у него ноги крутятся. А я могу танцевать. Ногами в разные стороны крутит. Как-то у него... Не знаю, кто его придумал, он красавчик. У него... Как ты так вообще управляешь рахитным? О, давай, упади головой крути, это брейк. Новый вид танц. Ой-ой-ой-ой-ой. Голова крут. Прикольно. Ну что, давай его раздави. Потому что у нас еще много аниматроников. Ой-ой-ой. Я в эту игру бы играл вечно. Не знаю, почему она меня затягивает. Когда начинаешь особенно что-то разрушать. Вообще мощь. Так, пацаны, вот этого вы точно не угадаете. Потому что вы и того не угадали, этого точно. Давай я его вот тут сразу поставлю поближе. Чпонь. Свинка. Ну-ка, кто это? Свинка. Свинина. А ну, поуправляем. Нормально. Ой, кстати, вот этот хорошо, да, управляется, я вижу. Воу! Нифига себе, это ты Джеки Чана включаешь? Ой-ой-ой. А что у тебя с руками немножко не получилось, а? Это у тебя банджи, да? Короче, гитара. А, он же с банджи приходит, брынькает, да? Можно его съесть?
Ну давай, дави его. Чпоньк, чпоньк. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну жестко ты его. Да. Так, давайте следующих. Надо успеть все показать. Ой, сейчас у нас будет аниматроники, которых смог бы даже построить самый обычный человек. Я представляю, как ты их будешь давить. Так, давайте посмотрим. Это у нас... Они не управляются, да, никак? Ничего не управляют. Они обычные вообще. Ну давай, покажи силу разрушителя. Просто вторанься в них. Открой щупальца и давай, погнал. Ой-ой-ой-ой-ой, ням-ням. Даже запчастей у них, да, как-то маловато, пацаны? Сильно просто. Давайте следующую постройку. Мы уже приближаемся, наверное, даже больше половины. Ну все, в ролик не попадет, потому что реально много накачал. Давайте следующего, вот. Давайте, хотя бы скажите предисловие какое-то об этом аниматронике, ну-ка. Я помню, он этот, как его, призрак? Да, да-да-да-да-да, кошмарный. Это 17-й кошмарный Фредди. Молодец, 12 тысяч баллов. Спасибо. Ой, что-то он у тебя немножко... На тебя упал. И убил тебя, что ли, или что? Это аниматроник самоубийца. Убивает своего хозяина. Не самоубийца, а просто убийца. Дай поспать ему. Даже в таком состоянии он просто на изи что-то тебя мочит. Ну давай его, сожри. Блин, классно, их можно рассматривать очень долго. А ломать еще дольше. Ой-ой-ой-ой-ой, на. Вообще просто. Может мы потом какой-то дом заспамним и попробуем его разрушителем перегрызть? Сейчас, Димас, я спускаюсь, я умер. Хорошо, а я тогда буду ставить другого аниматроника. Так, следующий у нас аниматроник. Так, вот этот был. Ой, сколько их еще штук, давайте. Давайте все-таки по порядку, потому что я потом собьюсь и не буду знать, каких ставил. Так, давайте сразу его поближе поставим. Так, не дави, не дави, я боюсь, ты когда рядом подъезжаешь, у меня немножко сжимается одно место. Уж сильно большая у тебя кабака. Мощь, да, какая-то? Ну что, угадайте, что этот аниматроник делает обычно? Это, пацаны, знаете, какой аниматроник, который идет в пиццерию на работу? Я знаю, это Левтюхин. Так, а где он? Ой. Вот он. Это ты проверяешь их на прочность, с высоты роняешь? Обычно все там взрывают, а мы будем ронять. Летит, летит. Парашютист без парашюта. Бум. Типа, смотри, как я лег. Сок яблочный вылетел, он не выдержал такой нагрузки. Так, следующая постройка у нас. А, вот, вообще какой-то прикольный. Эндоскелет. Где он? О. Так. Сильно, да? Так, ты куда? Где машина? Я пожирателя беру. Потому что чувак вылетел, и он когда вылетал, нашу машину забрал с собой. Вылетел вместе с машиной. Давайте я раздавлю его. Хочу я раздавить. Все, вы давите, а я нет. Давай. Бум. Так, я аккуратно это буду делать. То вы обычно спешите, я хочу это по красоте. Вот так вот. Подальше камеру и пум. Пум. Вообще ничего не осталось. Я еще могу перемешать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, два напоследок, какую-то очень имбовую. Во, кстати, этого аниматроника я даже в Гаррис Моде еще не видел. Хоть в этой игре посмотрю. Во, прикольно, да, у него поза? Этот, как его там зовут, я... Давай, ты сможешь. Его... Я в тебе... Его Shadow этот. Так, я выйду и хочу рассмотреть его. Это глич. Да. Прикольно, да? Классно, разработчик запилил его. Это реально, наверное, самая лучшая постройка, которую мы сегодня смотрели. Более такая детализированная, простая, но очень узнаваемая. Ну давай, дави этого. Бум. А, он состоит из таких кружков. Он их сам расширял, получается. Эй. Не достал. Ну что, ты готов, разрушитель? Давай ты просто расчепиришь клешни и просто врежешься со всей скорости. А мы будем это наблюдать. Надеюсь, не вылетит. Бум. А, это здание, оно крепко держится. Нифига себе. Ого, а ну попробуй его сгрызть. А ну отъедь назад и попробуй его просто... Стенку можно будет прогрызть? Мне интересно. Как я застрял. Вот. А ну-ка, давай. Сгрызи его. За угол дома его обхвати. Ой-ой-ой, грызется.
Ой, твоя клешня мне в лицо залетела. И хитрый знал, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.